Добрый день, дамы и господа! Я Алина Резельман и рада вас приветствовать на Алина Резельман ТВ. Сегодня я хотела бы поговорить о беременности и об этом важном периоде, и о том, какие витамины нужно принимать. Как вы, наверное, уже знаете, у меня подрастает замечательная дочка, и я сейчас нахожусь в ожидании второго малыша. Поэтому знаю по собственному опыту, насколько важно, чтобы ваше питание, а особенно дополнительные витамины, присутствовали в вашей диете. Ваш гинеколог еще на стадии планирования беременности расскажет про важность приема витамина B9. Данный витамин играет ключевую роль в функционировании нервной системы плода. Также он необходим для деления клеток, роста и развития всех органов и тканей, нормального развития зародыша. Зачастую недостаток этого витамина может привести к риску развития отклонений у будущего ребенка. Дефицит B9 играет огромную роль и в ходе беременности, так как в это время происходит формирование не только органов и тканей плода, но и плаценты, а также новых сосудов матки. При недостатке витамина B9 этот процесс может нарушиться, что повышает вероятность преждевременного прерывания беременности. B9 содержится в таких продуктах, как бобы, мясо, печень, шпинат, спаржа, тыква и авокадо. Во время беременности и на стадии планирования также важно уделить внимание дефициту железа. Железо является основным компонентом гемоглобина и важным элементом, который помогает транспортировать кислород к плоду. Поэтому железо жизненно необходимо и для мамы, и для малыша. Что касается продуктов, обязательно включите в рацион белое и красное мясо, рыбу и яйца. Если вы вегетарианка, вам нужно обязательно обсудить вашу диету с врачом. Надеюсь, вам понравилась моя информация о витаминах во время беременности. Заходите на мой сайт, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Я всегда рада вам. До новых встреч!